Ну, мое мнение, с терроризмом бороться надо, и то, что сейчас в Сирии происходит, в принципе, это правильно. В общем и целом я поддерживаю президента, и то, что мы сейчас делаем, это своего рода защита от того, что может быть в будущем. Они могут прийти к нам, да, мы опережаем события. Главное, чтобы не было вот этой операции наземной. Но ее и не будет, как сказал президент. Да?